cała para botet w moich ważnych dokumentach. Как? Странно. Это мой важный список единорогов лесного озера. Но когда я его открываю, я вижу только лося. Попробую другой документ. Это, наверное, компьютерный вирус. Он превращает все мои документы в фотки лосей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это правда. Я компьютерный вирус. Я заразил ваш компьютер. Ха! Надеюсь, что вам нравятся лосы. О, нет! Я должна позвонить суперсекретной команде виртуальных детективов лесного озера. Они смогут избавиться от вируса. Окей. А Габрина и Войт. Мне нужна ваша помощь, чтобы избавиться от компьютерного вируса. А чтобы это сделать, надо войти в интернет и поймать его. Вы готовы? Да, всегда готовы. Мы делаем это все время. Отлично. До свидания. Мы здесь. В интернете. Я что-то слышу. Что это? Ты имеешь в виду тот мем из 2010 года? Да, говорили, что это было как русский рекорд. Вообще-то, меня зовут Эдуард Анатольевич Хиль. Я был очень успешным и уважаемым советским певцом, даже до появления этого видео. Но я рад, что у меня веселое наследие. Кстати, вы, кажется, настоящие люди. Что вы делаете в интернете? Мы ищем компьютерный вирус. Он заразил нашу компьютерную систему. Думаю, что я видел вирус, который вы описываете. Сердитый, много фоток лесей. Да, он пошел туда. За ним! Ой, мы его потеряли. Я ничего не вижу. Здесь так много пиратских видео. Нам надо уходить отсюда. Вся моя семья в этой социальной сети. И обе мои бабушки прямо сейчас шлют мне сообщение.
Нет! Нет! Нет!